Благотворительность шумно и весело, с музыкой и танцами. В Мурманске прошел сбор денег детям, которым требуются дорогостоящие операции. Главная цель акции – напомнить мурманчанам о том, что в нашем городе есть люди, которым нужна помощь и поддержка. Громкая музыка привлекает мурманчан, как мотыльков открытый огонь. Всего 10 минут от начала концерта, а вокруг небольшой площадки уже множество зрителей. Так и было запланировано. Мы планируем зарядить всех положительным настроением и показать то, что можно танцевать, можно собирать деньги и помогать другим благодаря нашим танцам. Среди организаторов не только объединение молодежных центров и клубов. МЧС тоже поддерживает полезное и веселое начинание. А самым зажигательным командам ведомство в подарок подготовило памятный диплом. Всего в марафоне принимают участие 12 команд, которые представляют различные танцевальные коллективы Мурманской области. И основная цель этого марафона – все-таки пропаганда здорового образа жизни, организация досуга молодежи Мурманской области и профилактика безопасного образа жизни. Однако главное все же – помочь больным детям финансово. Как напоминание об этом, в стороне от танцплощадки притаилась урна для пожертвований. Деньги, которые собраны на данном мероприятии, либо на других подобных мероприятиях, будут направлены в общий фонд. И дальше с этого фонда они направляются на лечение, на срочные операции для детей. Но танцующей детворе любое выступление в радость. Танцевальная команда «Лада», например, постоянно участвует в разных конкурсах. Со своей программой ребята ездят не только по Мурманской области. Добрались даже до Урала. Мы участвуем в «Звездном дожде». Вот там мы... Да. Вообще да. Вот там часовые места. Часовые места. Любим конкурсы. Там никогда не боимся выступать. Такой благотворительный конкурс в Мурманске проходит не впервые. Идея появилась в 2012 году. Благодаря мероприятию уже удалось оплатить лечение семерым юным мурманчанам.